Йоу, what's up, homies? Все вы знаете, если я записываю видео стоя, где я могу двигаться, короче, то это видео будет fire. И сегодня я решил пойти по трендам. Если вы смотрите американский ютуб и американских ютуберов по 2K, по баскету, то у них в видосах были... у них были видео про то, как они берут видео своего броска, присылают их игрокам NBA, и в надежде получить от них ответ, чтобы их они оценили бросок их от 1 до 10. Сегодня я это с вами попробую, надеюсь, мне кто-то ответит, надеюсь, мне хотя бы ответит Свят. Сегодня, в принципе, мы найдем такое экспериментальное видео, надеюсь, меня никто не проигнорит, и у нас будет пара ответов. Поэтому вот мой телефон, ого, записывать. Итак, с самого начала мы возьмем мой Инстаграм. Давайте, так как я был в Степана Карри, футболочки, давайте отправим его видео. Can you rate my jump shot 1 to 10? И такой смайлик. Пойдет, наверное, надеюсь, пойдет. Шансов, что он ответит, примерно равняется нулю, но 6 есть. Но если Степан ответит, будет просто нереально четенько. Так, второй в списке. Блин, давайте, наверное, отправим Святу, и может быть мы от него сейчас получим сразу ответ. Можешь оценить мой бросок от 1 до 10? Увидим, что напишет Свят. Я, кстати, ожидаю, что Святый ответит нам сразу. Обычно, если я ему пишу, то он в течение дня мне отвечает. Но, окей. Будем сейчас писать всем шутерам. Давайте, наверное, если мы пойдем по шутерам, давайте кого можем выбрать. Джей Джей Реддик. What's up? Джей Джей? Big fan. Can you please rate my jump shot? Окей, fire. Мне будет интересно посмотреть на то, на кто хотя бы, если даже увидят мое сообщение, потому что, ну, даже большие ютуберы пишут игрокам, они не все отвечают, а я так уж тем более, ёпта. Давайте мой мобой Дэйм Далла, Дэмиан Лиллард, а ну давайте ему скинем. Чикс. Братан, ты думаешь, Дэмиан Лиллард мне ответит? Давай. Ну я ему уже написал. Ланзо Болл. Камон, Новый Орлеан, камон. Да, и Зайон Уильямсон тоже у нас пойдет. О, да, Уильямсон. Зайон. Надо будет написать Кидюшу, он же смотрит то, что ему фанаты пишут. А я несу. Братан, сейчас всем отправим. Отвечаю, если он оценит, будет еще черченько. Я думаю, что вряд ли. Лука Дончич, в курс. Так, ладно. Леброн Джеймс. Так, ему, наверное, What's up, King? What's up, King? Так, мы написали уже Леброн, Лука, Кейди, Зайон, Свят, Джей Джей Реддик, Стеф Карри, Тимофей Мозгов. Привет, Тимофей! Алекс Лен, надо так, по своим хомис пройдемся еще. Ой, please rate my jump shot 1 до 10, камон. Ух, ёпта, засрал я личку игрокам NBA. Рассел Уэстбрук, 44, камон. Ну... Если скидывать это Уэсбруку, то Уэсбрук должен сказать, что у меня десяточка, потому что у меня летит лучше, чем у Уэсбрука. Это факт. Кайл, давай тебе кинем. Братан, давай, Торонто. Ты же Торонто, любовь, все их есть. Камон. Любовь торонтовская, так сказать. Надо вообще, я думаю, надо писать молодым, короче, ребятам. Потому что молодые ребята, мне кажется, зависают на стиче. Давайте Бронни Джеймс скинем. Он не игрок NBA, но типа, ну как-то... What the fuck? Fuck, я не могу больше людям писать. Окей, ладно. Fuck. Инста думает, что я все, я залагал, типа. Ну окей, ладно, по херам. Я написал некоторым людям, надеюсь, что кто-то ответит, и если что, предложим чуть позже. Later. Короче, с прошлого раза, как я записывал, прошло 2 недели. Как можно заметить, я заболел, и меня, короче, обхерячило по-жесткому. Неплохо. Сейчас я пойду по советам Владимира Лушникова и сделаю себе масочку. Ну и паста, и на лицо. Так, squirt. Только не на лицо. Если я выгляжу, как будто меня джизанули на лицо, простите. Он, короче, рад ванчар. В прошлый раз, как я записывал, просто может уже не 2 недели, а 3 недели, возможно, короче. И у нас уже, как вы знаете, карантин по коронавирусу. И я заболел, и да, я пойду провериться на коронавирус в понедельник, поэтому... Может, у тебя тоже коронавирус, у тебя без симптомов? Я хотел чихнуть, но думал, ладно, у меня не получится, типа, фальшиво чихнуть. Сейчас я возьму свой телефон, и мы с вами проверим, кто мне ответил. И да, спойлер-алерт, никто мне не ответил, блядь, кроме Свята.
Что, завидуешь, сучка? Так, давайте быстренько пройдемся по тому, кому я написал. Сейчас, секунду, стоп. Короче, Лука мне не ответил, Лука даже не посмотрел мои сообщения. Короче, из всех игроков NBA, кому я написал, даже Стивен Джексон мне не ответил. Да. Вообще никто, даже не посмотрели. Но зато ответил Святик, я хочу сказать братик. Святик-братик мне ответил. Он мне написал, что от 1 до 10 мой бросок 12, так что... Deal with that shit, haters. Да, вот я именно это видео выложил, там, где я попадал в трёхи. Свят оценил. Так как сезон уже почти закончился, я не знаю, теперь не знаю, когда я смогу к нему поехать и посмотреть его игру. Не, ну типа Riot Vanguard это у меня уже третий день подряд по 12 часов в день. Так сказать, геймер. Ты понял, о чем я? Ты понял шутку, геймер? Да понял я, блядь. Короче, вот такой челлендж. Игроки NBA не часто общаются. Так что, ставьте лайк, если вам понравилось видео. В следующий раз я буду писать ютуберам всяким. Надеюсь, ютуберы ответят. Напишу нашим ютуберам, напишу американским ютуберам, напишу рэперу. Трики Ники напишу. Я отвечаю, это надо. Колян. На этом, в принципе, все. Свят сказал, что мой бросок 12, так что даже не спорьте. Всем спасибо за просмотр этого видео, сорян за мое за белое еблет. Я вижу в следующем выпуске, увидимся, пока. Еблет. Белое еблет. До свидания. До свидания.